Добрый день. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас произошла такая же история, как и у меня. Вы сделали платеж, и он завис в процессе исполнения банком. В моем случае это была обычная покупка в Леруа Мерлен строительных материалов. Вечером зашел, как обычно, все положил в корзину, отправил заказ на стадии оплаты. Ну, оплатил, там был вариант Сберпэй и картой. Оплатил Сберпэем, вошел в приложение, платеж отправился. Ну, я спокойно лег спать, утром проверяю, там, как мой заказ. А на сайте Леруа Мерлена он, соответственно, стадии не оплачены. Захожу в приложение Сбербанк онлайн, здесь исполняется банком. Вот, срочно звоню в банк, говорю, что такое вообще. Они говорят, давайте там, ну, сначала 8 минут ожидания, да, там на этой горячей линии, там разговоры с этим роботом дурацким. Составляют заявку, еще спрашивают, а что у вас было в заказе, как придурок, перечисляю там все эти OSB-плиты, там направляющие и так далее. Вот все строительные материалы они так записывают. Ну и говорят, что в течение там 14 рабочих дней вам ответ предоставят. Я говорю, вы что вообще? 37 тысяч мне заморозили, да, теперь не могу ими пользоваться. Хорошо, что у меня были там еще деньги, там немножко, я немножко свой заказ скорректировал и заново его отправил. Вот, то есть вообще под ноль вообще у меня денег не осталось. А если бы у меня было их меньше, то я вообще, у меня бы вся стройка встала, весь ремонт на даче. Вот поэтому, соответственно, в Леруа Мерлен мне сказали, да, что такие бывают ситуации. Вот, ну, они со своей стороны заказ это уже отменили. И вот уже прошли сутки и до сих пор не отправляют. Но второй платеж, который мне уже делали, я уже оплачивал обычной картой. Без всяких Сберпеев. Вот, поэтому самый на моей практике устойчивый способ, безошибочный, это оплата картой. Всякие Сберпеи, СПБ. При ошибках интеграции со всякими, особенно когда только они внедряются, эти платежи, в каких-нибудь магазинах и так далее, они достаточно рискованные. У меня была тоже ситуация из Эльдорадо, когда только там запускали СБП. Вот поэтому вот так вот все плохо работает. Поделитесь в комментариях, это у вас было в Сбербанке, либо еще где-то, может быть. Спасибо большое за внимание.